РУ-ТВ. Правильное музыкальное воспитание. Ева Польна впервые собрала крокус. Певица Алсу держит детей в ежовых рукавицах. Мама Кати Лель уберегла дочь от греха. Очень хорошо, что мой муж не присутствовал на съемочной площадке. И Григорий Лепс рассказал свою правду. Я никогда не буду отказываться от общения со своими близкими людьми. Всем привет! Американская певица Бритни Спирс объявила о кастинге на роль дублерши для съемок в ее новом видео. Российские артисты предпочитают демонстрировать только собственные прелести. В эфире программы «РУ-Новости» и я, Слава Никитин, расскажу вам все самое интересное из мира отечественного шоу-бизнеса. Мы начинаем. На днях певица Алсу презентовала свой клип «Останься» на телеканале РУ-ТВ. Съемки видео проходили в солнечном Баку, и певица призналась нам, что устоять перед азербайджанской национальной кухней просто не могла. В Баку вообще мы объедались с утра до вечера, то есть там очень вкусно и очень калорийно. Вот. Но глядя на тонкую талию Алсу, становится ясно, что проблема лишнего веса пока обходит певицу стороной. Должна, наверное, благодарить своих родителей и генетику. Я пока что в порядке. Вот к своим 30 годам ничего. Потом, может быть, придется что-то еще дополнительно делать. Но пока справляюсь. Я не хожу в спортзал. Ну, я делаю какую-то зарядку, там, чтобы просто проснуться с утра. В свои 30 лет Алсу успела обзавестись мужем, чудесными дочками, толпами поклонников и образом романтической девушки. Но мало кто знает, что в роли мамы она совсем не такая нежная. Я самый строгий член семьи в нашей семье, потому что, ну, все балуют, то есть, понятно, бабушки, дедушки, это само собой, но муж тоже, так как он не так много их видит, потому что работает. Не могу сказать, что я там тиран какой-то, конечно, я очень люблю своих детей, и они должны расти в любви и ласке, но я люблю дисциплину, я люблю, чтобы все было правильно, чтобы были воспитанные, вежливые дети. «Доченька, ну, пожалуйста, перестань, не надо!» Приблизительно так ругается на своих детей певица Алсу. В эти выходные в Москве состоялся первый большой сольный концерт Евы Польна под названием «Все обо мне». После распада группы «Гости из будущего»